Перспективы низкоуглеродного развития российской энергетики обсудят в Уфе. С 17 по 20 октября в столице Башкортостана состоится Всероссийский энергетический форум. На площадке комплекса ВДНХ-Экспо соберутся руководители ведущих профильных предприятий, энергосбытовых и генерирующих компаний страны, отраслевых министерств и ведомств российских субъектов, представители профессиональных ассоциаций и научного сообщества. Ключевая тема форума – современная энергетика, многовариантность развития. Мое выступление будет называться «Зачем России переходить на траекторию низкоуглеродного развития?». В нашей стране многие сомневаются в том, что на такую траекторию нужно переходить нашей стране. Они считают, что это скорее необходимость для других стран. Вот в своем докладе я покажу, почему это нужно для нас и что будет с нашей экономикой, энергетикой, если мы этого не сделаем. Также эксперты обсудят вопросы развития цифровой энергетики, энергоэффективности предприятий и населенных пунктов, энергобезопасности и многие другие. По оценкам организаторов, в деловой программе примут участие порядка 5000 человек.